Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления культуры Омутнинского района Алексея Вдовкина. По версии следствия, чиновник несколько лет подряд присваивал бюджетные деньги, которые выделялись на культурные мероприятия. Подробнее в рубрике «Сводка». Алексей Вдовкин подозревается в хищении денег с использованием служебного положения. Схема так называемого левого заработка была простой. В течение нескольких лет тогда еще чиновник сдавал в бухгалтерию странную отчетность. Якобы учреждение приобретало товары для культурных мероприятий и волонтерских акций. Но ничего из этого, по версии следствия, не проводилось. А деньги Вдовкин присваивал себе. Сейчас это дело расследуют. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. Жильцы дома 189 по улице Ленина сняли на видео агрессивного соседа из 2-го подъезда. Во время прогулки он весьма жестко воспитывал свою собаку. Судя по кадрам, это доберман. Видимо, мужчине что-то не понравилось в поведении пса, и он потерял рассудок. Собака скулила и лаяла, но никто из очевидцев не отреагировал. После акта агрессии хозяин вместе с животным зашел в подъезд. В Котельническом районе полиция задержала 3 браконьеров. На реке Вятке они багрили налима. Напомним, с 15 декабря по 15 февраля на добычу этой рыбы в нашей области действует нерестовый запрет. По информации линейного отдела МВД на транспорте, всего горе-рыбаки поймали 8 налимов. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание за такое браконьерство – до 2 лет лишения свободы. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.